Открытие «Арена» – уникальное современное спортивное сооружение. Стадион расположен на северо-западе Москвы, всего в 10 километрах от центра. Это первый домашний стадион футбольного клуба «Спартак» за его почти столетнюю историю. Именно здесь, в 2018 году, состоятся игры самого главного события планеты – чемпионата мира по футболу. Размеры стадиона поражают воображение. В режиме футбольного матча он вмещает 45 тысяч зрителей. Для VIP-болельщиков предусмотрено 50 комфортабельных лож и более 5000 мест в зоне гостеприимства. Восточный, семейный сектор не уступает по комфорту и широте возможностей фан-зоне. Здесь созданы все условия для самых требовательных и самых любимых гостей любой спортивной площадки детей. Детская комната оснащена самыми современными обучающими и развивающими играми. Развлекательные анимационные программы сделают посещение стадиона настоящим праздником. Самый большой в Восточной Европе спортивный бар превратит просмотр матча из обычных посиделок с друзьями в незабываемое событие. Также на стадионе действует крупнейший магазин футбольной атрибутики. Игровая и тренировочная форма, спортивная одежда и обувь, огромный выбор аксессуаров и сувениров с традиционной символикой «Спартака». Летом 2015 года на открытии арены состоялся грандиозный музыкальный фестиваль «Park Life», который посетили 36 тысяч зрителей. Хедлайнером выступила британская рок-группа «Muse». Футбольное поле превратилось в танцпол, а площадка возле северной трибуны – в сцену. Стадион спроектирован таким образом, что по окончании концерта выход займет у зрителей не более 15 минут, а для демонтажа всех конструкций достаточно 2 суток. За 1,5 года работы стадион стал настоящим лицом спортивной Москвы и любимым домом для «Спартака» и миллионов болельщиков.